Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я хочу рассказать вам о первой женщине на планете, которая 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» совершила самостоятельную космическую миссию. Валентина Терешкова – невероятно умная и талантливая женщина, которая не боялась никаких трудностей. Она родилась в 1937 году 6 марта в деревне под Ярославлем. Детство ее было трудным, отец погиб на войне, когда ей было всего лишь 2 года, а мать в одиночку растила 3 детей. После 7 класса юная Валя решила пойти работать на Ярославский шинный завод, чтобы помогать семье. К 20 годам она стала региональной чемпионкой по прыжкам с парашютом. Также Терешкова была членом комсомола и вела активную общественную деятельность. И, наконец, в 26 лет она стала первой женщиной, полетевшей в космос. Самой молодой из всех космонавтов. Миссия полета была засекречена. Своей семье Терешкова сказала, что уезжает на соревнования. Ее мама узнала об этом событии по радио. Чайка, позывной Валентины, провела в космосе почти 3 суток, 70 часов 50 минут, пролетев вокруг Земли 48 раз. Во время этого полета произошла чрезвычайная ситуация. По недоработке команды, давались неправильно, Валентина в ручном режиме вела в программу правильные данные и сумела посадить корабль на землю. После триумфального полета Терешкова активно участвует в общественной и политической жизни России. Почти 20 лет она возглавляла Комитет советских женщин, была избрана в Государственную Думу. Она получила величайшую награду от нашего президента Владимира Путина – орден Александра Невского. Именем Терешковой назван кратер на Луне, а ее позывной в космосе «Чайка» носит «Малая планета». В 2000 году Международная ассоциация женщины года признала Валентину Владимировну Терешкову величайшей женщиной 20 века. Благодарю за внимание.